Справа от меня находится бойцу 25 лет, рост 8 сантиметров, вес 77 килограммов. Золотой призер чемпионата КБР по ММА, город Начик, 2016. Представляет бойцовский клуб «Залиев Тим» из России. Азир Кишуков! Сегодняшний его оппонент, ему 25 лет, 180 сантиметров, 78 килограммов. Из России, бойцовский клуб «Волчья стая», чемпион отварного и парапрошлого боя, ветеран мастера спорта по рукопашному бою. Встречайте, Александр Шапкин! Рефери, октагоне, Салахин Дмитрий. Ну что, спасибо нашему октагон-анонсеру Нурсултану Абдуллаеву за представление бойцов и краткий инструктаж, и будем уже начинать. Ну что, все готово к началу. Назир Кишуков в красных шортах, его соперник Александр Шамкин, такие сине-серые. Ну и давайте смотреть. Итак, сошлись парни в центре. Сразу же Назир пошел вперед, опрокинул немного Александра, попадает справа и вколачивает достаточно тяжелые удары. Коленом встречает его Александр. И подхват под одну ногу. Красивый амплитудный бросок. Есть тейкдаун у Кишукова. Сейчас пытается занять доминирующее положение. Пока гард пройти не может Назир. Несколько ударов уже нанес по Александру. Александр выкрутился, отдает немного спину. Назир поколачивает его сверху. Занимает положение диагонального контроля. Продолжает долбить ударами. Заходит сбоку. Пытается Александр выкрутиться, но пока это ему не получается. Забрасывает ноги повыше. И Назир гвоздит своего соперника. Сейчас опять несколько очень неприятных ударов. Закрывается Шамкин, пытается подняться. И сейчас перевернул. Теперь уже Александр находится в позиции сверху. Прихватил Назир голову соперника. И смотрите, какое серьезное кровотечение уже у Александра Шамкина открылось. И в итоге рефери вмешивается и этот поединок останавливает. Вот. Итак, друзья. Вот и первый бой. Официальное объявление победителя. Да, обязательно. На первой минуте 30 секунде удушающим приемом побеждает Назир Кишуков! Минута 30 всего лишь понадобилась Назиру для того, чтобы одержать более чем убедительную победу и заставить соперника сдаться.